еще немножко расскажу. Про садоводство мы много рассказали, про учебу. Приходится самим. Дело в том, что меня мордой раз. Пожалуйста, вот они, все прекрасно. Итак, компания «Мой садовод». Интернет-магазин со своим питомником. Так нет. И вот страшная фраза, вот она. Это все должны знать. В школе должны проходить. Во всех институтах. Ведь когда-то же им становиться настоящими садоводами. Питомники России. Поверили? А вот дальше я поверил. Польши, Голландии, других стран. Вот. Вплоть до величайших сортов. А вы поверите, что я вот захотел, я железо, я же люблю. Мне сейчас уже черенки прислал. Этот самый Макаров. Так. То есть мы продолжаем эту работу. Это селекция. Сибирь. Подмосковье, Подмосковье, Сибирь. А как иначе? И вот редчайшие сорта. Что они мне преподнесут? Гарантия 90 дней. За это время они успеют замерзнуть. Бережная упаковка. О, культура. Вот. Более 10 лет на садоводческом рынке. Контроль сортности. Как можно проверить сортность? А? Ну-ка. Как? Я часто подхожу Сергею к этим самым саженцам. Я не могу понять, какой это сорт. Это я, чуть ли не автор этих сортов. Как отличить одну яблоню от другой? Часто приходится ломать голову, когда бирки теряются. И вот получается, что я сейчас возьму и зайду вот сюда. Вот сюда, например, сюда, сюда. Кстати, мы про черешню говорили, помните? Ну? Что мы должны делать? Проверить. Найти изображение в Яндексе. Ну что сказки-то рассказывают? А? Ну что сказки-то рассказывают? Лапшу вешать. Это что? Это что? Это что? Одна фотография на всю планету? Так что ли? Одна фотография на всю планету? Ну? Представляете? Вот и мой садовод. Давайте смотреть дальше. Вот. Увидели? Где они это самое проверяют качество? Хорошо, если настоящие черешни. У нас вся Сибирь вишни черешнями называют. Научили в свое время. Ладно, это еще не все. Вот. Я хочу эту тему закончить. Почему? Просьба, разошлите, разошлите, пусть все это видят. Пусть. Заставьте, уговорите. Скажите, пол-литра поставлю, только посмотрите вот этот ролик. Смотрим сюда. Ой, мой садовод. Почему я за них зацепился, когда мне прислали? Объясняю. Внимание. Это что такое? Вот это что? Это моя фотография. Помните, Тимирязевке я присвоила? А теперь смотрим, кто еще присвоил. Найти изображение в Яндексе. Начинаем искать. А? Какая, к черту, сортность, фотография моя? Откуда вы взяли? Как вы сортность проверяете? Вы думаете, ой, как мало. Помните, там черешни было в 5 раз больше. Ой, как мало. А смотрим сюда. Вот это она. А вот это раком ее поставили. Ну, поняли, да? Вот так. Локоть рук. Она. И каждый так же вот нажмет, и опять будет вот то же самое. Развернут и опять. Вот это и есть настоящая жизнь, ребята. Вот. Вот это я хотел вам успел сказать. Вот это вот. Нет колоновидных. Персиков нет колоновидных, груш нет колоновидных. Ни одной на планете.
Неужели мы вроде удавился из-за, когда узнал, посмотрел мои фильмы, может. А теперь скажите, самое главное, это я обращаюсь к тем, кто должен. Есть всякие надзоры, сельхоз, санитарный надзор, есть этот самый потребнадзор. Пожалуйста, закон, выпустите закон, что человек, который покупает саженец, на саженце должна быть написана страна. Если будет написано Голландия, а вдруг он вспомнит, где Голландия находится? У нас, правда, в основном троечники. Вот. А вдруг вспомнит? Когда я что, идиот? Я в Сибири живу, я в Подмосковье живу. Какая Голландия? Они честно написали. А какая именно? Россия или Голландия? Это эти самые. Тем более, что украдены фотографии. Я почему вот эту фирму не пощадил? Не надо было воровать мою фотографию. Это одна из 150, да? Алексей Виноградов. Тогда сотни вы сразу нашли, вы нашли. Сейчас будем заканчивать, наше время истекает. Купить саженцы почты и питомника. Саженцы из Сибири. Ура, ура! В Сибири появились свои саженцы. Ну, появились? Омский садовод, смотреть в глаза. Где вы нашли эти черешни в Сибири? Где черешневый сад? А? Точно так же, тот же принцип. Попробуй, да, листать надо долго. Вот. И давай я искать. И честные люди, ну человек-то должен понимать, что если они пишут, что они не выращивают, они доращивают из лучших питомников Сибири Урала. Вот это где на Сибири на Урале? Ну-ка, смотреть в глаза. Где в Сибири Урале большой огромный сад, где берутся черенки, прививаются, черенки отрезаются, при этом в Сибири на Урале после этой обрезки деревья часто гибнут, поверьте мне. Почему? У меня в этом каталоге нет веток черешни. Что, угробить последние деревья мне черешневые? Это ж какой надо иметь питомник, какой надо иметь при нем сад. Я пытался у них найти. Лучше не заглядывайте на это убожество. Все это не Урал, не Сибирь и не Омск. Вот. Надоели. Самое, а вам я просто хочу, почему я это подчеркнул. Что такое доращивание? Приходит навалом, с голыми корнями. Часть тут же на продажу, часть вынуждены посадить. Вынуждены посадить. Вот и сидят. А потом говорят, саженцы из Сибири, правда из Сибири. А это что, опять железо? Это, наверное, этот самый, мои любимые друзья. Здесь хоть правильно назвали Серафимом. По-моему, это Голомарч, что ли. Ну ладно, короче, я уже надоел любоваться. Куда ни сунусь кругом. Стоит только мне открыть компьютер, и сразу вот тут я вам потом покажу. Вот. Я вам потом покажу. Как-то. Вот смотрите, это просто я открываю. Вот видите, это просто я открываю. Здесь переписка. Вот она. А это-то я за это не отвечаю. В самых видных местах я вижу свои фотографии. Вот до чего они влюбились в эту фотографию. Вот. Ужас. Сотни этих питомников ее присвоили. Видите? Нет? И потом все вот эти, я все проверил вот эти питомники. Вот эти. Что я обнаружил? Еще полсотни. Нажимаю скуки. Все из интернета.